Не секрет, что дома просто так не сносят. Пешеходная или транспортная? Ну, я считаю, что нельзя делать улицу полностью пешеходной. Мы переложим всю нагрузку на соседнюю улицу, там на Пушкина, Коммунистическую. Они и так уже задыхаются. Массированная застройка периферийных районов Черниковки, она рано или поздно придет на Первомайскую. Некоторые люди посчитали, что нужно побыстрее избавиться от этого объекта для того, чтобы вдруг его случайно не внесли в какой-нибудь реестр. Единственное, что застройщики умеют делать, это строить в центре города многоэтажные жилые дома. Город, который осуществляет расселение, сталкивается с такой проблемой, что просто цены взвинчивают до небес. Не хочешь отсюда съезжать, значит, проводи коммуникации, реставрируй, восстанавливай. Сохранять еще есть что. Если всего этого не будет, то и нечего тут делать.